Приветствую всех любителей вкусно поесть и не только. Это War Tales, и мы продолжаем. Находимся мы сейчас в Тилтроне. Немножко постарались поправить наше денежное положение, так скажем. Не совсем нам это удалось, но мы не на нуле. Это уже хорошо. Также мы в прошлой серии приняли нового члена нашего отряда. Габан Генде. Габан, я ее зову, это лучница. Она у нас стала ученой. И уже уровень у нее опытный. Поскольку у нас скопилось с первой гробницы куча всяких сокровищ древних, обломков, которые нас надо изучать, она в лектории этим занимается и неплохо бустит нас по знанию. Как-то так. Теперь наша цель отсюда свалить. Нам нужен еще один человек, чтобы закрыть все профессии. Это рыбак. Но тут, я думаю, его брать сейчас не будем. Поедем, наконец-то, обратно из Тилтрона в королевство Гозенберг. У нас там квесты и не только. Куча дел. Собственно, там мы остановились изначально. Просто по... Так сказать, с течением обстоятельств нам пришлось вернуться в Тилтрон. Надо было зайти в лагерь следопытов, потом в полигоне там некоторые делишки провернуть, да. Ну и из Гозенберга мы уехали еще потому, что нас попинали там неплохо. Мы зализывали раны, восстанавливали партию нашу, потому что двое членов нашей партии погибли. Это был Фодик и Убанор. В бою там была такая серьезная схватка, засаду нам устроили. Мы выжили, на удивление, кстати. Так, можно сюда заскочить, раз мы здесь. Тут призрачная кожа, это интересная тема. Призрачные животные, с них падает призрачная кожа, которая нужна будет там на крафт. Поэтому, я думаю, надо заскочить. И у нас, естественно, енут. Так, ну это уже просто-напросто не наш уровень, поэтому мы их раскидываем только в путь. Напали мы на них исключительно из-за ресурсов. Мы получили титул «Бесстыжие». Наверное, это за то, что мы нападаем на низкоуровневых врагов. Но про титулы мы ничего узнать сейчас не сможем, я об этом говорил. Так, у нас хватит вместимости, блин. Вот это вот мясо, призрачные останки, очень много занимает. Я говорил... Это что? А, это грибы, нет, не нужны. Я говорил про титулы. Титулы — это с ранних билдов какие-то остатки титулов. Сейчас они не работают. Может, в дальнейших обновлениях разработчики их вернут. Но пока они бесполезны. Так, что есть у тебя на... Ну, торговец. Я вот вроде все время жму на торговца, да, но в итоге он как-то проскакивает мимо. Так, беспринципный. А, людей 5 раз засаду. Ну, это не люди, конечно, были, но не суть. Наверное, бесстыжие нам дали за то, что мы устраивали засаду. Так, мне не хватает денег, чтобы пройти границу, но печально, что я могу сказать. Кстати, также, помните, мы на границе заплатили 200 монет, чтобы какой-то хмырь перешел ее, за него заплатили, он клялся, божился, что у него брат держит таверну где-то, но мы были в Мархеме в таверне, были в Буракаменске в таверне, и никаких братьев там пока не нашли. Может, конечно, и на этой территории есть и еще одна таверна. Я вот сейчас ушел и вспомнил, что в Тилтроне у нас этот торговый пост надо было построить. В конце прошлой серии мы узнали о существовании такой вещи, точнее такой постройки, как торговые посты. Но на них надо 500 монет, поэтому
Повязка беглеца. Блин, неплохая повязка. 70? Наверное, сейчас возьмем за 70-то. У меня вроде у Витон такая повязка, да? Нет, охотника. Дальность, броня и использование феромонов. Каждый раз, когда боец атакует, его животному дается ответный удар. Ага. Если рядом. Но это не очень лучника подходит. Тут тоже феромоны. Броня 7, воля 1 и крит. Дальность режется, блин. Не очень хорошо. Дальность для лучника это чуть ли не первостепенная, как мне кажется, вещь. А что у нас у тебя? У нас никто не травит бойцов, поэтому стряхнин убийцы здесь вообще не роляет. Наверное, сейчас возьмем воля, крит, броня. Отдадим Ренту. Давайте отдадим Ренту. Потому что мы повысили броню у него на 2. Ну и все, в принципе, да. Но использование феромонов мало, если когда-нибудь мы все-таки найдем медведя, да, возьмем его. Секунду, возьмем его в партию. Что тут еще получили? Умелая оборона. Завершите не менее 10 битв без получения травм. Сюда. Доступна новая мера ярмарка. А вот, в главном поселении каждого региона можно возвести торговый пост. Вы можете быстро путешествовать между торговыми постами. Вот откуда он у нас появился. Торговля и изготовление. И новая мера ярмарка. Надо будет посмотреть, что она дает, если я еще не смотрел, я не помню. Так, тут гладиаторское наследие, тут пропажа. Честные трудяги. Нам сейчас, по идее, нужно в Мархим взять там по возможности заказ какой-нибудь. И сходить вот сюда, выполнить этот заказ, получить деньги. Нам надо сейчас восстановить наши финансы, привести в норму, так как 450 монет это, мягко говоря, маловато. Так, давай, выходи, я туда. А, мы уже устали, да? Ну, давай до Мархима дойдем. Так, да, его тут можно тоже Вертусский торговый пост. И он наверняка стоит столько же, да? Здравствуйте, местечко отличное, доброта границ, тра-та-та. 1000, тут уже 1000, а там вроде 500 это стоило. Ё-моё, вот это цены. Блин, это не дешевое удовольствие, но это надо огромное количество денег. Но с другой стороны, мы будем моментально перемещаться туда-сюда. Так, зайдем таверну. Естественно, наверное, сыграем. Я думаю, они соскучились по нашим песням. По нашей песне единственной. Я пока не знаю, где доставать. Тут поаплодирует вам стоя, но ничего никто не дал. Ладно, я не знаю, где доставать дополнительные песни. Наверное, покупать их где-нибудь. Суп из угря. Ловкость повышается. Деликатесы холмов. Счастье повышено. Еда 40. Ловкость повышается. Снижается скорость, которая набирает усталость. Понятно. И суп из угря. Я вас понял. Давайте поговорим с эмиссаром. Привет. Что у вас есть? Рассадник крыс, гробница древних, полковник Алекса Гратан. Мы ее вроде видели на холме, там кто-то стоит. Логово бандитов. Я его встречал, но мы его еще не ослабили. И вот можно вот это уничтожить
Плата с отрядом. Похоже, доставляет кому-то неудобство. Заплатить за избавление. Давай попробуем. Сторгуемся с тобой за тридцатку. Давай. Спасибо. Они находятся на берегу. Так что можно выдвигаться. Сейчас будет после отдыха. Давайте отдохнем. Посмотрим, что за ярмарка. Стоимость продажи изготовленных предметов повышается на 50%. Понятно. Надо нам, наверное, сейчас похавать не блинчиков, а вот силу. Критический урон, да, на силу. Баранью похлебку съедим. И догонимся волчатинкой. Потому что сейчас будут бои, и сила нам нужна. У нас, правда, основной дамаг от ловкости идет. У нас только енот использует силу. В смысле, атакующий, не считая танков. Так, а тут мы что-нибудь... Нет, тут мы еще ничего не изучили. А здесь нет ресурсов, а нам и нечего сюда положить. Так что иди пока, Витон, отдохни. Никто поговорить не хочет, вроде можно уходить. А давайте зайдем в кузницу и продадим вот это. Что-нибудь еще можем тут продать? Да не можем. Надо продать вот этот молоток. И вот этот меч, если что, мы тогда будем изготавливать, я думаю. Может, даже что-нибудь из брони. Движение, броня, дальность. Вот эту продадим. Так, давайте. Давайте починимся, у нас там какие-то мелкие есть проблемы. И что-то у нас тут опять в торговле. А, добросовестный плательщик. Ну ладно, добросовестный так добросовестный, спорить не буду. Можно уходить, наверное. А может и нет. Может, у нас есть что скрафтить. Я что, новые рецепты выучил. Не только по слоям, но и по... По броне, по этим, скажите мне. Головным убором. Ё-моё. Так, тут нужна веревка, чтобы сделать быстрота. Урон повышается на 10 за каждый штраф у бойца. Броня 4, шапка обычная, да. Железный барбют. Средний шлем. Стабильность 1. Получаемый урон снижается на 10 за каждый штраф у бойца. И тяжелый шлем. Железный бацинет. Оборона. У бойца на 2% обороны за каждый сильный... Укрепленный слой, примененный к броне. Какой? Именно к этой броне? Вот так, 7. 3-7, да? Ну, этот, мне кажется, гораздо лучше. Он, да, он послабее. 3-6, но зато у него какие плюсы. Если у тебя... У тебя еще лучше. Кто у нас еще тяжелый носит? Ты? Или ты среднюю носишь? Ты носишь среднюю. 2-6, угрожающее чучело. Три шесть и стабильность. Ну, такое себе, скажем так, такое себе. Я думал, будут шапки получше. Можно укрепление брони сделать. А, погодите, это укрепленные доспехи. Нет, где-то я видел... Укрепленный слой защитника. Сырье, кожи у нас много. Броню плюс 9 даст. Потому что у нас укрепленный слой защитника только у...
Не помню у кого-то он есть, у тебя. Можно сделать еще один, два и три. Смогу сделать три? Почему бы и нет, да? Это будет 9 кожи, давай. Прокачаем немного кузнеца заодно. И всем прилепим этот укрепленный слой. Куда он там подевался? Вот он. Вот я дурак. Нужны свободные ячейки. Я совсем про это забыл. Я привык масло использовать для оружия. И вот тоже картиночка появляется. Ячейка-то там не нужна. Ладно. Пускай лежит. Как говорится, есть не просит. Так что ничего страшного. Уходим отсюда. И пойдем, пойдем. Пойдем на ту сторону. Бегом. Потолкуем там с людьми. Даже здесь сначала встретимся с торговцами. У вас что? У вас вишня? Понятно, у вас еда. Спасибо, не надо. Пошли. Нам надо вот в ту сторону напасть на тех хмырей. Тут у нас железо, да? Сколько у нас там инвентарь? Нормально, освободили немножко. Тут еще, кстати, что-то изучить можно. Серебряная брошь, безделушка, маленькое элегантное украшение, подходящее любому человеку с изысканным вкусом. Древесина, забираем все, конечно же. У нас изысканный вкус, кто бы что ни говорил. Так, вот это вот гадости собирать можно, не собирать, они стоят копейки, как я понял. А вот и поехали, ублюдки эти. У них рейдер закаленный, плюс мини-убер-машина. Давайте сражаться. Лидерская оборона. Надо гасить, конечно, вот тебя. И тебя. Первонаперво, скажем так. И должен это сделать... Одарт, твою мать, почему ты так далеко вечно стоишь? Я вот не понимаю. Так, лучник и лучница, да? Потом кто ходит? Еще один лучник. Блин, она в грязи. Ей совсем немного надо пройти, чтобы нас спальнуть. Витон, ты до нее дострелишь? Скажи, что дострелишь. Жаль, что без критов. У нас тут совершенно никого нет. Ты сможешь дойти, это хорошо. Иди сюда. Надеюсь, капканов тут нет. А, тут приспешник в тумане стоит. Защиту не будем юзать. Ходит потом тот, кто в тумане. Хорошо, что я его увидел. Ну где он? Вот он. Мазь возьмем. И тут из-за него одушевление. Чтоб еще на Елену попало, если что, вдруг.
Так, потом машина ходит. Машина, ты докуда дойдешь? Машина ни докуда не дойдет. Это очень хорошо. Значит, у нее пока можно не отвлекаться. Тебя можно пальнуть в нее? Замедлим. И уязвимость наложили. Следующий будет критом. Машина ушла в туман. А ходит дальше вот этот хмырь. А у нас тут никого нет. Но он накинется на Одерта. Так что... Где Рент? Рент тут. Он два подряд ходит. Вот лучник и приспешник, да? Угу. Но вот этого бы тоже сцапать. Так, крит, это хорошо, плюс стремительное масло, молодец. И на капкан его насадили, да? Вроде как, или нет? А, иди-ка сюда. Так. Кританул. И заагрил. Этот до енот дойдет? Дойдет. Не, не дойдет. Хендов дойдешь? Хендов тоже не дойдет, матерь божья. Плохо. Это лучник. Давай, Хендов, иди сюда. Ох, ё-моё, я неплохо засадил. Она по лучникам по нашим хочет долбануть. Да, тварь. По двум попала. Этот пришел сюда. Дальше ходит кувалда. Нам надо Валдвина выдвигать. Так, вот убер машина. Вот так. Кувалда идет на Каллагера. Юзает прицеливание, это хорошо. Это хорошо. Так, дальше ты кто у нас? Тоже кувалда. Вот это плохо. Дойдет до наших дам. Да. Но он тоже, скорее всего, сьюзает прицеливание, так что у нас есть шанс. А, енут, ты можешь проброс хороший сделать? По красоте, скажем так. Можешь, умница. Давай. Насадил его на копье. И подойди сюда.
На сорент еще не ходил. Так. Прицеливание, я надеюсь. Да, прицеливание. Хорошо, надо будет убежать. Рент у нас еще не ходил. Рент бегает далеко, но из этой ублюдской грязи он бегает недалеко. Поэтому, наверное, только так. Хотя мы можем сейчас его подкоптить, этого ублюдка. Ой, как хорошо. И набили. Прям чудесно. Остался вот эта вот тварь, но он замедлен. Поэтому, я думаю, никакой опасности пока что для нас не представляет. А, я Рент еще перебежку выучил, если не принес, им забыл. Так, он на капкан. Новый раунд. Кто у нас ходит? Ходит лучник, и этого лучника надо любым способом заарканить. Привет, тварь. Так, ввязались в бой, надо его добивать буйством уже. Больше мы ничего сделать не можем, как я понимаю. Надо идти на помощь сюда. Или вон туда, даже к лучницам. Так. Ходит этот лучник, его надо убить. Убей. Молодец. Так, и сейчас я даже смогу, наверное, кинуть в него копье. Да. Жаль, слабовато, но все равно. Так, секундочку. Нет. Кто там у нас дальше ходит? Угу, вот этот вот хмырь, да? Мы сражаемся с этим. Кавагер дерется с этим. Надо вот этого как-то... Блин, он с размаху по нам долбанет. Рент, наверное, не добежит. Рент, если используем... Даже если это используем, он все равно не добежит, да? Нет, добегает. Иди сюда, попробую убить этого. Давай, добей его. Черт тебя дери, Рент. Ну, в принципе, ладно. Ты у нас теперь можешь пройти сюда. И долбануть его толчком, ввязаться с ним в бой и юзануть на него ослабление. Почему они все получают воодушевление? Дезертирую бойцов, есть воодушевление, пока с ними два и больше врагов. Я понял. Интересная тема. Ослабление мы на него положили, он сейчас не сильно должен нас пробить. Но девяточка все равно ощутимо прилетела. Дальше ходит у нас вот эта тварь. Так, мы словили воодушевление. Не буду тратить очко. Кто ходит потом? Ходит потом вот этот хмырь. Кто это у нас? Елена? Ох, ё-моё, вот это залетело. От души.
Так, давай еще очко сейчас получим. Наверное, подожжем, да. Ладно, не страшно. Потом у нас вот этот вот черт ходит. Ну, мы ее сейчас приспустим на землю, так сказать. По нему еще и крит, который на нем висел от Елены. Ну и все, последний хмырь остался. А, нет, их двое тут. Я про это совсем забыл. Давайте еще эти очки подзаработаем. А, только ты у нас не ходила. Давай. Ну-ка, ты его прострелом. Ой, молодец. На. Кровотечение, дисбаланс. Так, ну он сейчас такой. О-о-о. Уже все ушли. Давай. Ну все, понятно. Ты дорога в один конец, мой друг. В один конец. Ирен сейчас тебе покажет, куда эта дорога. До свидания. Ну, это было несложно. Давайте вот этих надо всех чинить, у которых и так мало брони. Ну и тебя давай починим. А, ну ты тоже лучница, да. Остальных, я думаю, пока можно оставить. Тут мы подняли ткань. Одноручный топор с зазубринами. Шлем дезертирский. Какой-то интересный щит. Ну и все в этом роде. Забираем все это добро. Ставим паузу. Вот я не знаю, нужно ставить паузу или нет. Время идет, когда мы стоим. Ну, по логике оно идет. Поэтому я стараюсь ставить паузу, чтобы усталость не накапливалась. Так, давайте посмотрим это добро. Это что у нас? Средний шлем дезертира. 2 оборона, 8 броня, угрожающее чучело. У нас у кого-то такой есть. У тебя, да? 4 уровень. Это 5. Плюс 2 брони. А у енут тоже 4. Давай тебе дадим. Ты у нас все-таки с щитом. А этот кому? У Валдвима, да? У него крит, стрихнин. Давай Валду ему. Топор. Кто у нас может носить этот топор проклятый? Вроде никто. Хотя Хендов может его носить. Но мы ему изготовили уже топор. Мы ему изготовили топор. Это у нас 6 силы рубящий удар. А тут то же самое 6 силы, но бравада заставляет ее вступить в сражение, наносит цели. А рубящий удар что делает? Прикрытие кровотечения. 15-20. 18-22. Так, сейчас на секунду прервемся. Так, продолжаем. Я извиняюсь. Нужно было на секундочку отойти. Так, что у нас тут? Рубящий не буду я менять. Бравада это, чтобы спасать других от боя. Вытаскивать их из боя, да? Но здесь кровоток от крита. Я стараюсь его через крит. Буду стараться его через крит качать. Поэтому, мне кажется, мой топор, который мы изготовили, получше будет. А вот по поводу щита.
Круглый щит Капрала. Вместо того, чтобы приносить славу своей армии, Капрал, которому принадлежал этот щит, сбежал с ним, став дезертиром. 15, 16, 15 оборонов, 16 брони. Могучая контратака. А тут у нас защита. А, ну это стандартная защита. Посмотрим, Одер-то что. Ой, не понимаю, что тут плюс 3, 22. А, надо, наверное, починить ему. Да, 22, 18. Ну, гораздо хуже, чем у Одерта. А, ладно, у нас еще у кого-то, у Кавагера, да, есть щит? У Кавагера щит разбит. А вот у Кавагера 14 обороны, 10 защиты, а тут 15-16. Давай ему отдадим. Вот он. Блин, выглядит клево, конечно. Видок у него такой хороший. А этот, наверное, надо починить. И потом мы продадим его. Как-то так, залутали с них немножко шматья. И плюс выполнили контракт. Наверное, поедем, вернемся, сразу сдадим, чтобы получить свои деньги. И потом в Буракаменск отправимся. Там у нас еще один контракт висит. Так, давайте мне мои денежки. Спасибо. Так, охотник за головами. Сюда. Далее надо зайти к кузнецу. Продать ему вещи и починиться. А, нам даже чинить-то ничего не надо по факту. И зайдем сюда. Этот у нас обещал скупать вот эти хреновины, но они совсем копейки стоят, так что смысла продавать их нету ему. А, секунду, я тут подумал. Оборонительное масло и защитное масло. А у нас у енут. Я нанес, да, на копье? Угу. Да, ладно, я думал, не нанесено. Что тут у вас еще есть? Все тяжелое, среднее, пока я за это не берусь. Спутников пока специально не смотрю. Деньги только начали восстанавливаться, поэтому сейчас пока не до спутников. Поехали. В Буракаменск. Так, все, мы устали. Ну, мы почти приехали. Сейчас отдохнем в Буракаменске. Давайте сразу разобьем тут лагерь. Почти мы закончили. Кстати, сейчас закончим изучение. Посмотрим, что это нам даст в итоге. Тут у нас 8, а нам нужно 3, да? Значит, кидаем Витун туда и ставим Валдвина. Нет, этого должно хватить. Если я все правильно посчитал опять, то это должно хватить. Давайте остановимся, возьмем вот это, усталость отряда, блинчики поедим. И опять догонимся сосисками. Да, 3 нам досталось. И мы изучили эти
сокровища, или как они, обломки, да, в лектории, и у нас появилась мужская фигурка. Скульптура слегка грубовата, не похожа на... Не похоже, что она изображает кого-то конкретного. Впрочем, некоторые детали подсказывают, что это мужчина. Раз некоторые детали, антиквариат. Интересно, их можно куда-то продавать или... Или как? Кто-то хочет поговорить? Давайте поговорим. А хочет поговорить у нас Кавагер. Так, Габан, мне кажется, что жизнь в глуши не для нее. Но в какой глуши? Мне в глуши. Изолировать. Отношения. Заслуживает лишь изоляции от остальных. Чё так жестко-то принять? Предложение тут с близкими, рассказать спутникам, что за человек, и подбодрить. Пусть Габбан знает, насколько важна репутация отряда. Давай подбодрим ее. Опыт заодно. Залутаем, скажем так, да? Заглянем, наверное, в трактир. Во-первых, надо поиграть. Привет, привет. Давай, Барт у нас. Нашу знаменитую. Наш золотой хит. Уже перестали дарить всякие подарки, вот этим надоела эта песня, раньше что-то нам еще, скажем так, перепадало, сейчас нет. Так, у тебя что-нибудь есть интересное по пути? Вот, уничтожить банду как раз на северо-западе, мы плюс-минус в ту сторону идем. Есть еще банда на севере, давайте и то возьмем. А нет, это у нас и так уже взято, все, берем банду на севере, попробуем сейчас торговаться. Сторговались. Больше, наверное, не буду. Давай еще раз. Блин, не получилось. А, в итоге мы вообще в нулину обратно улетели, да? Ну, не в нулину, но... Не надо было второй раз пытаться, блин. Жадность, жадность, она такая. Так, кто у нас тут сидит? Просто так, ради любопытства, скажем. Роуз. Воин. Трудяга. Гувекл. Не знаю, копейщик. Толстокожий, но бездельник. И на втором этаже... Короче, я не буду читать, я... Язык сломаешь. Еще один дикарь. Трудяга, но пьяница. Ладно. Я вас понял, парни. В кузне. Чем у нас тут кузнец приторговывает? У него уголь по дешевке, да? Ладно, уходим. Погнали выполнять заказы наши. Как раз сейчас денег подкопим. Аббатство Святой Линет. Еще и аббатство есть. Интересно. Так, заберем давай грибы. Они тут на берегу, похоже, тусуются. Вон они. Ага, там какая-то бухта. Браконьер, браконьер, хулиган. Ну, это четвертый уровень, это должно быть не так сложно, тем более у них нет закованных в броню бойцов. Так что, я думаю, особо проблем возникнуть не должно. Есть только браконьер опытный. Надо ему, так сказать, по мордасам сейчас быстренько постараться надавать. Когда он ходит, кстати?
Он ходит не сейчас, поэтому давай мы сделаем вот так. Даже сделаем вот так. Ответный удар, оборонительное масло. Хорошо, хорошо работаем. Кто у нас ходит? Дальше ходишь ты, псина, да? Надо к тебе успеть добежать, хотя мне надо браконьера стопать. Ты не дойдешь до него? Ты не дойдешь до него. Енот до него дойдет, но... Ладно, делаем так. А, тут бросок копья еще есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, а теперь мы его и не ударим, да, никак? Не, ударим, хорошо. Так. Так, наверное, сейчас и убьем. Да. Ой, хорошо. Молодец, Рэнд. Дальше ходит... Вот эта тварь, тут еще лучник. За вступление в бой. Давай ты. Точно. Ты сейчас по двоим отвесишь хорошенько так. Это вообще сейчас нахрен убьешь. У нас все лучницы здесь. Любопытно. Так, кто у нас посильнее пробьет? Наверное, ты. Хендов, у тебя топор 6, а у тебя дубина 6 и толчок. 12 сила, а у тебя сила 19. Ты до него дойдешь? Дойдешь. Давай. Нормально всё. Прям я что-то не ожидал, что он так ему вломит. И добил. Молодец. Дальше у нас ходит лучник вот этот вот. Которого нужно как-то зацепить. Енут, ну-ка. Можешь показать класс? Добьешь его? Добьешь, умница. Так. Этот лучник ходит, да? Так, ходит этот лучник, и что я могу с ним сделать? Да, в принципе, я уже все, что нужно с ним сделал. У нас есть еще ослабляющий удар. Давай. Че, добро пропадать на бонусные очки. Пусть он, да, кулачком своим тут ударит. Дальше ходит у нас вот эта вот тварь. А вот его уже остановить некому. Поэтому нам надо убирать вот этого каким-то образом. Вид он. Кто у нас тут? Хендов. Это плохо, что Хендов.
Если только вот так вот. Чтоб не попасть в него. У него прицеливание или нет? Нет, у него удар топором. Блин, по обоим. Не подумал я про этого мародера. Так, начинается новый раунд. Надо заканчивать с этими ублюдками. Ух, вот это да. Ну, немножко мы в итоге пострадали. Я тут не подрасчитал, он к нам подошел, двоим зарядил. Особенности енот. Сколько у нас? 54, ну, в принципе, нормально. У нас же кто-то апнулся. Кто-то апнулся. Сейчас посмотрим, что нам тут дали. Тобарт разбойника 4 уровня. Кайф вожака, отмычки, берем все, конечно же. Я поем Каллагера. У нас воля 16. Он у нас через толчок. Надо ему силу поднимать. Не понимаю, почему я его средний. А, он в тяжелой броне. У него пока что средняя броня. Так он в тяжелую у меня будет переодет. Все, я понял. Что у нас тут? Урон повышается, пока в шести от бойца не менее двух врагов. Защита. Нет, давай оппортунизм. И, наверное, движение пятнашка. Давай через карьерные планы силы все-таки ему немножко добавим, чтобы он хоть что-то из себя представлял. Надо на него тяжелую броню будет одевать, вот что. Вот что надо. Тут, кстати, эта местность уже почти обессилила. Так, я извиняюсь, надо прерваться опять. Сейчас вернемся. Так, продолжим. Нас еще одна банда ждет своего часа, скажем так, да? Тобарт разбойника. У нас у кого есть Тобарт разбойника? Может, там похуже этот лидера. У Рента тоже лидера. У тебя разбойника 4 уровня, а у тебя украшено, у тебя даже лучше. У тебя лидера, да? Ну и понятно, понятно, значит, нечего смотреть тут. Пойдем ко второй банде, заберем грибочки. Она где-то в лесу, можно будет их взять изумлением, напасть, засаду устроить. Так, это кабаны. Вот она. Банда, давай, давай, пока они из леса не вышли. Их тут много, кстати. Но у нас есть преимущество. Погнали. Нам надо его реализовать. Их 10 человек вроде, или 11 даже. 10. У них клятва трусов. Бандиты. Урон, наносимый целям, связанным с сражением, увеличивается на 30. Цели, связанные с сражением, становятся приоритетными. Понятно.
Так, значит, не толпой. Ну, я не удивлен, как крысеныши нападают, да? Вот этот браконьер будет ходить, а за ним вот этот хулиган. Надо браконьера, конечно же, остановить, но у нас, как обычно, все, не буду говорить, в каких местах, далеко, скажем так, находятся. Вот, ну как вот можно было так раскидать нас? Тут, тут, а тут никого. Странно. Так, ладно, ходит лучник и ходит дальше хулиган. Значит, надо как-то эту толпу. Валдвин тоже в заднице где-то стоит. Блин, а? Что за подстава? Вообще никак не зацепить нескольких разом. Если дойду до сюда, может, смогу. Вот сюда вот. Твою мать, а нет, не могу. Печально. Нормально, он мне прострелом внес. Блядь. И опять никто не доходит у нас до браконьера. Хотя Рэнд добежит. Рэнда сейчас там клочья разорвут. Если он, конечно, сейчас его не убьет. А, ну убьет, но он не сможет никуда убежать. Хотя нет, я могу убежать вот за вот эту вот штучку. Ага, еще швырнули. Неплохо. Ладно. Кто дальше ходит? Убивец. С кучей всяких гадостей, да? Мы хрен к нему подойдем, чтобы в него пальнуть. И он доходит до Рента. Рен, держись. Блин, 25 кританул. Вот тварь, всю броню ему сбил. И не только. Дальше ходит этот, но он связан боем. Это хорошо. Ты кто? Витон, ты должна его как-то убить. Критуй. Не то, что я хотел. Угу. Зря на него насмешку вязанул.
Этого давай замедлим тогда. Даже с насмешкой он вломил мне нормально. Ну, мы ему ответкой его пришибли. Так, ходит этот хмырь, он ни до кого же не дойдет. Да. Енот, енот. Так, это до сих пор тут, но у нас вот эти два лучника, я про них совсем забыл. Что мне с ними предпринять? Вот это вот ходит потом. А у меня тут рядом-то никого и нет. Одарт, наступай на капкан. Хер с ним. Угу, не наступил, да? Давай сделаем так. Этот пусть тут суетится. У нас Елена осталась, да? Елена, иди сюда. Гигантские шансы, что ты своих пристрелишь, поэтому давай, пожалуй, нет. Я про этого забыл, я мог в него пальнуть. Вот мудак. Так, ладно, работаем. Жаль, по троим не цепляю. Круши, ломай черепа. Далее, вот этого ублюдка надо восстановить сейчас как-то. Одарт, наконец-то твой черед настал. Минут, я надеюсь, ты его заколешь как свинью. Да. Ты у нас Валдвим? Отлично. Это хорошо, что это Валдвим.
Это очень хорошо. Да, неплохо мы тут пострадали от их лучников, в особенности они очень сильно пробивали нам броню. Поэтому давайте починим все без разбора. И что-то мы тут поимели. Поврежденный кинжал 5-го уровня. А, карты игральные, наверняка крапленые. У этих карт 4 масти. Колесо, корона, башня и олень. Потом мазня. Одного взгляда на этот кошмарный портрет достаточно, чтобы проследиться. Нормальная отмычка. И тобард лидера 5-го уровня. Надо сейчас посмотреть. У кого какой уровень этих тобардов. Давайте глянем. Пятого уровня, да? Третий. Второй. Улучшенный тобор четвертого. Третий. Наверное, Ренту заменим. Воля 1, крит 2, 12, 2. Воля 1, крит и брони на 11. Давайте, да, ему заменим. А вот кинжал... Кинжал менять не будем. Хотя отравление нормальная тема. И здесь колющий удар. Но это надо именно к спине подойти, когда с кем-то сражается тоже. Кинжал сам неплох, но его навык не очень мне нравится, скажем так. Тут свинюшки еще были. Давай, наверное, свинюшек заколем. У них клыки. Вон они. Или это волки? Нет, это волки. 7 волков. 2 альфы. Ну и как обычно, смотрите. Ну хотя бы тут танки стоят. Хоть что-то. А, у нас совсем нет очков доблести. Ответный удар, да? Давай, наверное, воодушевление на танк, потом еще на соседнего накинем. Так, альфа бьет. У них ярость. А, и отражение, да? Собака. Довольно серьезная там тема с отражениями. Все остальные у нас здесь, да, стоят? Валдвин, ну-ка. Валдвин, ты, как обычно, в самой жопе мира находишься, и потенциал твой реализовать крайне проблематично. Ой, как хорошо-то. Вот это плохо. Что-то как-то далеко эта псина тупая ходит. Я бы даже сказал, неожиданно далеко. Где криты? Ё-моё, 17%. Ну да, маловато, согласен. И не убила, печаль. Ну иди тогда хотя бы очко халявное. Давай сюда. Потом ты ходишь, да? Если их не добивать, у них вешается вот это поглощение на 70%. Оборона, или как она называется, отражение, да. И потом их добить проблематично становится, мягко говоря. Ну-ка, Валдвин, твой выход.
Ой, ё-моё, ты ненормальный, Валдвин. Тебе там говорили об этом? Блять, я не туда подошел. Собака. Мискликнул. И так получилось. Кто у нас? Елена еще не ходила. Умница. Так, еще одна умница с копьем. По троим закинешь? Блин, нет, только по троим с нашим вместе, да? Дай вот так тогда хотя бы. Ах ты, тварь, не сдохла, посмотрите на нее только. Ну, сейчас сдохнешь. Не факт, что мы его убьем. Сейчас будем пробовать. Волки не любят огонь. Мы его убьем. Да, что-то вообще залетело так нормально. Так, у нас новый раунд. Давайте по очереди его пинать. Ладно, шутки шутками, заканчиваем с этим цирком. Так, чинить не будем. Ладно, будем. Это все забираем. Останки, правда, нас сейчас загрузят нормально так. Да, чересчур даже, твою мать. Сейчас мы знаем, как сделаем лагерь. Вроде, если их сюда поместить, то они сбрасываются с веса, с общего. Да? Нет? Похоже, нет. Давай что-нибудь приготовим тогда. Вот так. Все, едем обратно. Нам бы лес этот прихватить по пути. Блять, и перегруз прихватил. Проверяй очко знания, Лазарская обитель. Нам Буракаменск надо. Вон он. Мы больше ничего не сможем, да, приготовить? Да, соль кончилась. Надо что-то выкидывать. Ладно, что я, в принципе, мучаюсь-то. Вот так и все. И никаких проблем. Поехали в город. Поднимем деньжат. Благодарю. 520 монет. Вот это я уже понимаю. Надо искать последнего нашего компаньона, так сказать, чтобы раскидать все профессии. Конопляный чай, что он дает? Счастье повышено.
Чтобы взять. Дальше вот тут вот, чтобы открыться. Открылось новое. Или лучше IQ из инистой стали. Но у нас нет инистой стали. Ее надо будет где-то найти. Получить древесный уголь из древесины, но это не так, мне кажется, полезно сейчас. А вот котел можно было бы сделать. Мне еще лекторий. Я ж много чего выучил, но не улучшил. Вот тут хочется открыть, но я не думаю, что они требуются очко знаний. Это понятно, что требуется очко знаний. Ага, после завершения сценария, вот здесь из очков знаний. Давай возьмем град наград. Нам ничего не откроется, да, но мы можем вроде вот теперь дополнительные брать эти 4, да, контракта. На рассадник крыс, новобранцы, все понятно. Давайте посмотрим, кто тут у нас есть. А, так это все те же лица, да. Я думал, они уже поменялись. Нет, это все те же прекрасные лица. Поэтому сходим сюда. И будем сейчас продавать барахло. Койф вожака второго, койф вожака третьего. Давай тебе Елене заменим. Этот продаем. Этот продаем. Кинжал продаем. Что еще? Да вроде все. А, безделушки еще надо продать. Да я тут их понабрал. Но вес все равно гигантский, потому что останки у нас еще болтаются здесь. И еды до хрена. Так, можно, конечно, присваивание крон. А что у нас здесь за задание? Рассадник крыс, новобранцы, братство беспокоит судьба молодых новобранцев, не вернувшихся с тренировки. Давайте возьмем рассадник крыс. Постараемся договориться. Но нам, честно говоря, не помешал бы еще один человек, прежде чем с крысами там бодаться. Так, это мы не туда идем. До Мархейма путь не близкий, хотя кажется, вроде там не так далеко по итогу-то. У нас, кстати, довольно много денег. Я думал, что-то 1500, а у нас около 2. Неожиданно и приятно. Давайте зайдем в Медведицу, посмотрим, тут контингент сменился, может кто-то хочет послушать
Никто не хочет, я понял. Два раза повторять мне не нужно. Посмотрим, что у эмиссара висит. Те же новобранцы, да? Гробница. Логово бандитов. Банда на севере. Заберем. Все равно на север потом двинемся, пускай будет. Посмотрим, кто у нас тут. Лик. Ликл. Дикарь. Соня. Одиночка. Ремвист. Лесничий. Я думаю, что второго лесничего взять. Обжора. И сила. Но у него не очень хорошие эти. И кавер. Мы тебя не видели? Сотрудничество. Копейщик, да? Ты у нас можешь в средней броне. Пикинер, глашата и гарпунщик. Я бы здесь ничего, может, взял. Еще одного сена. Хотя я говорил, что они меня не очень впечатлили, но если раскачать, он может... Он хилый, да, щуплый, но... Нормально так может затыкать. Здесь у нас логово бандитов, да? Это вот тут вот. Вот, но оно пока жесткое. Туда пока не суемся. Так, прервемся еще на секундочку. Продолжим. К сожалению, нужно будет заканчивать сейчас. Появились дела. Неотложные, скажем так. Давайте быстренько подведем итог. Мы вернулись в королевство Гозенберг. Нужно нанять еще одного человека до полной команды по профессиям, я имею в виду. Он будет у нас рыбаком. И продолжать, наверное, сценарий этой территории. Также у нас есть рассадник крыс, нужно истребить, взяли заказ. Ну и стандартный заказ на банду, потому что по деньгам мы сильно просили, сейчас восстанавливаемся потихоньку. Как-то так. В следующей серии пойдем сразу, наверное, к крысам через Буракаменск. Может, там кого-нибудь цапнем нового, посмотрим. И будем дальше расследовать ситуацию с виноградом здесь. И просто нужно открывать полностью локацию, выполнять второстепенные вот эти квесты, которые здесь висят. Их тут много. Работы хватит, короче говоря. Также надо будет восстановить в Мархейме и в Тилтрине. Скажите, как они называются-то? Торговые посты или как-то так, да, которые нам открылись, чтобы быстро перемещаться, чтобы не бегать по 30 раз. На это тоже нужны будут деньги. Как-то так. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите советы по игре. Игра довольно такая многогранная, очень много механик, и ваши советы очень мне помогут в прохождении, за что я вам скажу отдельное спасибо. Ставьте лайки, это помогает продвижению видео. Также подписывайтесь на контакт Рутуб, если вам не сложно, за это я вам скажу отдельное спасибо. И на этом завершаем. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо.